В Дальнереченске в микрорайоне Каменушка началась отсыпка дороги, которая служит защитной дамбой. Сооружение сильно размыло летом при паводке. Дорожное полотно здесь значительно поднимут, чтобы избежать новых подтоплений. Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяка в ходе рабочей поездки в район. Да, начались работы здесь на дороге на Каменушке. Вот здесь нужно поднимать было дорогу где-то на метр, где-то на полтора, на два, порядка 10-12 тысяч кубов нужно уложить. Работает техника «Примактадора», подрядных организаций. Здесь было большое затопление, поэтому дорогу нужно поднимать. Вот, техника сейчас работает. Вот, надеюсь, что в течение, скажем, до конца декабря они должны всю работу выполнить. Также глава региона побывал в поселке Филино. Он проверил, как выполнены работы по ремонту крыш пятиэтажных домов гарнизонного городка. Олег Кожемяка уже был здесь летом, и жители жаловались на состояние кровли. Ремонт уже закончен. А что осталось еще сделать здесь? Ну, дальнейшие какие? Может быть, вот эти швы. Нас теперь швы беспокоят. Видите, как? Продувает, да? Да, где повыпадали полностью эти уплотнители там, или как их называют. Вот. Еще швы надо заделывать. Ну, а дальше... Видно будет, что там дальше. Ну, дальше благоустройство надо делать. Какую-то площадочку здесь. Ну, для детей надо. Да, конечно. ТОС вы организовываете, а мы вас включим в ТОС. Вы говорили уже. Да. Я сейчас направлю сюда специалистов. Ну, а вас как там, тепло? Балкон, я смотрю, открытый. Да, тепло, квартира хорошо. Хорошо? И да, мальчики только, хорошо работают. Копят хорошо вообще. Хорошо делали, молодцы. Все нормально, все хорошо. Не, они вообще молодцы. Да? Я, да, мы да, ничего да. Мы помогали, что им это, поэтому без всяких этих. Так что... Карнизы, трубы сделали, все. Все сделали. Да. Прямо сейчас, они же уехали, когда у нас пошел дождь. Ага. И вся вода вот стекала вот по этим водосточным трубам. Вот, да.